день добрый. Мы вместе с партнером нашей программы компании «Эталон Днепр» рекомендуем вам смотреть хорошие трейлеры к хорошим фильмам, которые в самое ближайшее время станут суперхитами. «Ветреная река», по всей видимости, один из главных претендентов на «Оскара» в этом году. Тейлор Шеридан был сценаристом фильмов «Сикарио» и «Любой ценой». Очень много номинаций, и вот ему доверили снимать большое, хорошее кино под «Оскары». Триллер. Элизабет Олсен играет, Джереми Райнер, Джош Бернтал, Грэм Грин, Джулия Джонс, «Резервация», «Убийство», «ФБР» и «Местный охотник». Очень захватывающий трейлер. «Ветреная река» произвел впечатление на Sundance, теперь должен произвести впечатление на киноакадемиков. Вероятнее всего, так оно и случится. Why would your daughter run from home? I don't know why. She didn't tell me. Out here, you cannot blink. Not ever. This place, what it takes from us, what it took from you. I got lucky. Luck lives in the city. Get your hand off that weapon! Посмотрели трейлер? Мне он очень понравился. Ну, естественно, смотрели мы его с Мусей. Муся, ты же смотрела трейлер? Смотрела трейлер по чашку хорошего кофе от партнера нашей программы компании «Эталон Днепр». Кофе, трейлеры, кино. И мы с Мусей. Всего. Да, Муся?